Участковые уполномоченные первого городского отдела полиции провели профилактическую уличную акцию «Осторожно, мошенники». Граждан призвали к бдительности, им рассказали о существующих видах и схемах мошенничества. Одно из самых распространенных, когда злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и под предлогом оказания оперативной помощи убеждают граждан перевести деньги на банковские счета. Полицейские рекомендовали жителям никогда и никому не сообщать свои персональные данные.